Браконьеры будут наказаны. Сегодня стали известны решения суда по самым громким делам о незаконной охоте. Итоги работы за полугодие подвели в отделе организации охотничьего хозяйства. Пару недель назад суд вынес приговор браконьеру, убившему 7 косуль в декабре 2014 года. Он обязан выплатить государству штраф в размере 600 тысяч рублей. Еще одного охотника из Егорьевского района приговорили к исправительным работам и штрафу. Более серьезное наказание понес браконьер из Стальменского района. У нас есть примеры яркие, когда человек оказывается непосредственно, значит, уже в местах не столь отдаленных. И, например, это последний случай в мае текущего года. Гражданин Тальменского района, который ранее дважды нами был задержан, значит, при браконьерстве, решением суда Тальменского района он был приговорен к 2 годам, 2 месяцам исправительных работ. За последние полгода нарушители убили 36 косуль и 20 лосей. Для сравнения, в прошлом году охотники застрелили более 100. Ущерб от незаконной охоты на сегодня оценивают почти в 7 миллионов рублей. Инспекторы изъяли 40 карабинов и оружие без лицензии. Более 30 уголовных дел сейчас находятся в разработке.